Всем привет! Сегодня мы приготовим бедра с ягодным соусом. Итак, поехали! Для начала добываем огонь. Для приготовления бедрышек нам понадобятся непосредственно сами бедрышки, ягоды, крахмал, чеснок, водичка, соль, приправы, масло сливочное. Для начала займемся бедрышками. Их просто посолим немножко и перемешаем. На этом процесс закончен, идем жарить. Ставим сковороду на огонь. Ждем, пока разогреется масло. И выкладываем сразу бедрышки. Бедра выкладываем шкурой вниз. И жарим до полной готовности. С одной стороны обжарились, переворачиваем. И добавляем чесночок. Смешиваем наш крахмал с приправкой и водичкой. Обжариваем наши ягоды. И добавляем крахмал. Закипело. И наш соус готов. Осталось только попробовать. Это очень сочно. Ягоды придают немножко кислинку, но в сочетании с курицей это божественно. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!